Так, а как мы сейчас должны присоединиться к Руслану на Дом 2? Мы сообщим подписчикам. Надо сообщить моему брату, что мы в прямом эфире. Так, мы в прямом эфире. Сейчас они все должны на Дом 2 нас подписаться, подключиться. Напишите кто-нибудь Руслану Кожухову, чтобы он вышел в прямой эфир. Они сейчас сидят на лобном месте, и мы с ними общались по прямой связи. Они должны выйти в прямой эфир. Присоединись к нам, Руслан. Руслан, присоединись. Так, кстати, друзья, пока вот мы едем, это Евгений. Евгений, как я сказал, уже местный питерский звезда. Местный питерский звезда. Вот, да, мы сейчас находимся в городе Санкт-Петербург. Привет всем, привет всем. Баландо, баландо. Всем помашем, но напишите кто-нибудь Руслану, выйди в прямой эфир, брату. А? Ну ничего, у них сейчас начнется прямое включение с Москвой. Ребят, давай на Сейшелы. Да, конечно, на Сейшелы. Вот они тоже зовут, хотел вам в прямом эфире показать эти Сейшелы. Видите, не получилось. У нас все получится. Кстати, представляете, вот видите двух Евгениев, и можно сейчас загадать желание. Загадайте желание. Можете написать свое желание, мы его озвучим, и оно обязательно сбудется. Может, это я, Крис. О, это ты, Крис. Крис, давай выходи в прямой эфир, подключайся. И мы сейчас выведем тебя в прямой эфир вместе с нами. И все увидят вас. Мы не остановились. Мы просто едем сейчас, кроссы должны привезти, прикольные кроссы. А вот, мы едем забирать кроссы. Жень, давай к нам на... Прикт. Вы бы знали, какой у меня тут в Питере сейчас прикт. Поэтому нельзя пока на Сейшелы. Вот Женьку берите на Сейшелы. Посмотрите, какой он красивый. Не-не-не, у меня дети. Он говорит, у него трое детей, нельзя. Так, давай как мы пригласим кого-нибудь на прямой эфир. Вадим Галицкий присоединился. Вадик, привет. Вадик, меня тут на Дом 2 зазывают с этого, с Сейшельских островов. Но мы не соглашаемся, говорим, что у нас в Питере проект. Как бы да, дорогие друзья, кто не знает, в Петербурге открыли классное место, называется Hefner Club. Если ты истинный джентльмен, находишься в Санкт-Петербурге, обязательно приходи сюда к нам, на наш проект, как вы любите сказать. Ну, всем, кто присоединяется, всем привет, поехали, Виталий. Вот, возьмите Виталика к вам на Сейшельские острова. Кристина, которая смотрит сейчас с ловного места, не присоединяется к нам на прямой эфир. Вот Виталий Горченко на Сейшелы хочет к вам поехать, ему еще 26 лет, у него еще все впереди, поэтому забирайте его, в общем, всем машем, всем привы. Друзья, мы переезжаем сейчас в красивую реку, смотрите, Нева, собственно, посмотрите на нее, она просто, посмотрите. Виталику 24. А, я не хочу Виталику, я хочу тебя. А ты выйди в прямой эфир, присоединяйся, мы покажем всей стране тебя красивую, какая ты есть на самом деле. А, Кузьмину зови в эфир, да, Кузьмину нужно звать. Кузьмина, Вадик, ни на кого не подписывается, она такая, особь. Ой, слушай, сказал, очень девушка особенная, хотел сказать. Вот, особенная. Да, так... Жиндос, привет, привет, Киев, привет, Крым, всем здорово. И давайте велосипедистам помашем в прямом эфире. Вот так вот, привет им тоже. Ой, весело с вами, на самом деле. Так, что, друзья, что еще вам рассказать? Покажу вам главную достопримечательность Питера. Вот, выйти. Начинается самый крутой прямой эфир. Сейчас, дай зарядочку, Джек, чтобы мы не остановились в прямом эфире. Сейчас мы выходим на лобное место. Мы на лобном месте, дорогие друзья. Слушай, если меня отштрафуют за это не моя проблема. Тебя штрафуют? Жень, ее главный продюсер Дома 2 с вами. Все, давай к нам. Давай. Нет, я про тебя говорю, не про твоего друга. Все, давай к нам. Давай ты ко мне лучше. Нет, я к тебе потом, а ты давай к нам. Потому что твой брат может хорошо ухаживать за девушкой. У нас здесь дела. Мы взрослые дяди, мы не занимаемся детскими такими. Взрослый дядя, я тоже взрослый. Я тоже взрослая тетка, но я тебя жду. Ты меня ждешь. Смотри, вот все у нас в прямом эфире, как все так. Все, короче, мы...
Ну, как у вас там дела? Покажи, как на Сейшелах у вас. Отлично. Все. Вам пора бежать. Да, мы начинаем. Ну все, давай, всем привет, увидимся с тобой обязательно. Вот так, друзья, происходит знакомство с нами два. И говорите, волшебства там нет? Оно есть, просто на самом деле. Я не понимаю, честно, вот все вот есть сейчас, наверное, здесь фанаты Дома 2 на этом аккаунте. Смотрите, дорогие друзья, если мужчина долго не может произвести волшебство с женщиной, значит, какая-то есть там непоняточка. У меня с этим никогда проблем не было. И не будет, и не будет, да. Слушай, стричок. А, друзья, сейчас зацените стричок. В общем, мы вам покажем Питер под этот замечательный трек. Громче. Вот, Питер, в общем, нас не привлекает, их привлекаем мы. Любимый театр Миронова будем проезжать. А, театром Андрея Миронова сейчас проедем. Это Евгений. С кем мы успели познакомиться, дорогие друзья. Ну что, мы едем, значит, с вами на Дом 2, на Сейшельские острова. Юрик, привет, привет, Уфа, брат, привет тебе из Питера, самого лучшего культурного города Санкт-Петербурга. Самый лучший культурный город Санкт-Петербурга. Вон, Евген, видите, как он культурно делает движение руками? Ну что, полетели, гайс? Ой-ой-ой, как круто! Вау! Ребятишки, Питер на самом деле шикарное место, шикарный город, и люди здесь такие прям... О, смотрите, ребят! Сейчас мы вам покажем, прикольно. Смотри, какие игры. Надо ему что-то накинуть, да, брат. Ребят, прикинь, что в прямом эфире происходит? У нас всегда так, в прямом эфире все происходит. Мы же подключены, понимаешь, мы подключены. Да. Мы соучастники счастья. Держи его на момент. Да, бро. Все, закинем. Молодцы. Все, благодарим. Спасибо огромное, спасибо. Вот так вот весело, дорогие друзья, у нас в Санкт-Петербурге. Петроградская, самая красивая локация Питера. Посмотрите по сторонам, это просто шедевральное место. Так, театр Андрея Миронова, вот он у нас в заднем окне. Сейчас вот наблюдаем театр Андрея Миронова, великое место, прям шикарно. Ну все, дорогие друзья, всем спасибо за прямой эфир. Едем в Питер, едем на Сейшелы, кто куда, а мы всем говорим отличного вечера. One love. Девчонки есть? Да девчонки есть, они то приходят, то уходят, знаешь. Поэтому все, друзья. One love. Пока.